622 пожара произошло в ЯО за первые 5 месяцев текущего года, что ниже прошлогодних значений на 27%. Однако, отмечают региональные спасатели, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в 2 раза увеличилось число погибших. Пожары унесли жизни 10 человек, 9 получили травмы. Основная причина пожаров – это несторожное обращение с огнем, это более 70%. Также более 11% – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования, и более 5% – это нарушение правил эксплуатации отопительных печей. Большая часть произошла у нас на открытых территориях. Это горение мусора и сухой травы – более 76%. Также в жилом секторе у нас произошло более 11%. Это жилые дома именно. Что касается надворных построек, это было более 15%. С 7 июня на территории области отменен особый противопожарный режим. Однако сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. Использование открытого огня недопустимо близ горючих материалов, построек и лесных насаждений. Что касается использования огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях, то его допускается использовать на земельных участках, населенных пунктов и садовых участках. При этом расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 5 метров. Радиус очистки вокруг использованного огня не менее 2 метров от сухого горючих материалов. Значительно увеличились сегодня штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Теперь они составляют от 5 до 15 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 30 для должностных и от 300 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21.